Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Мы начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин, и я жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если какие-то проблемы со звуком или изображением, пожалуйста, напишите. Если же все хорошо, поставьте плюсик. И причем я рекомендую и даже прошу вас настоятельно писать истину, поскольку вчера почему-то в конце семинара начали писать, что плохой звук, хотя я в самом начале спрашивал, есть ли какие-то проблемы. Абсолютно никто не отреагировал, не написал, что есть какие-то проблемы со звуком. Поэтому у меня к вам убедительная просьба писать не просто так, не формально отписывать что-то, а именно реагировать вполне адекватно. Ну, поскольку я вижу, что в чате одни плюсики, это означает, что с трансляцией все в порядке, да, поэтому давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, посмотрим, что у нас выходило и что нас с вами еще ожидает. Вчера поздно вечером вышли данные американского нефтяного института по запасам нефти. Отчет неплохой, запасы незначительно увеличились на 882 тысячи баррелей. Это при том, что до этого было снижение в 5,7 миллиона баррелей. Налицо позитивная положительная динамика, запасы растут, цены растут умеренно, ситуация с вчерашнего дня практически не изменилась. Чуть позже мы с вами посмотрим нефтяные котировочки, что там и как. Но, повторюсь, ситуация достаточно стабильная. Далее, из того, что было сегодня, рано утром в 2.50 по Японии вышли данные по заказам на продукцию машиностроения. За месяц рост составил 1,4%, что позитивно, правда, здесь немножечко хуже, чем до этого. До этого был рост 1,5% и ждали 2,1%. По году небольшое снижение 0,7%. Но сегодня были позже уже данные тоже по Японии по промпроизводству. По году рост составил 3,5%. Здесь налицо положительная динамика. С 3,3% до 3,5% произошло увеличение. Сокращение промпроизводства замедлилось, 2,1 было до этого, теперь 1,9. Здесь тоже налицо положительная динамика. Ну и использование производственных мощностей. Здесь снижение на 1,6%. Но вот именно такая градация использования производственных мощностей мне, например, ни о чем не говорит, поскольку я привык это оценивать немножко в другой шкале, вот по загрузке этих мощностей. Они по отношению к общему объему оптимально составляет где-то порядка 85%. Здесь же дано процентное изменение по отношению к предыдущим данным. Вот как здесь обстоят дела. Что касается Японии, прояснилась немножечко ситуация. Вчера мы с вами говорили о том, что глава банка Куроды говорил о будущем руководителе, и у меня возник вопрос, что о чем же идет речь. Действительно ли господин Курода подразумевает под этим, что произойдет смена в Банке Японии. И да, действительно, сегодня есть подтверждение. Вот в статье в Прайме пишут, что управляющий банка Харухико Курода уклонился от ответа сегодня на вопрос о том, обсуждалась ли тема его будущего в качестве управляющего на встрече с премьер-министром Синдзо Абэ, которая была сегодня утром. «Я не могу сказать сроки своих полномочий», — сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с Абэ возможность второго срока в качестве главы Центрального банка Японии. Пятилетний срок господина Куроды истекает в апреле следующего года, то есть ждать еще целый год, по сути дела. Вот, поэтому пока что говорить преждевременно о его замене, потому что год – это достаточно серьезный срок, конечно же. На конференции генеральных директоров, организованной Wall Street Journal во вторник, Курода выступил в защиту своего курса, выразив уверенность в способности Банка Японии нормализовать монетарную политику в будущем, даже если он не останется на второй срок и уйдет из банка весной. Курода проводит регулярные встречи с министром Абэ для обсуждения вопросов экономики. Ну, теперь здесь ясность есть, теперь нам понятно. Не будем делать никаких прогнозов.
Банк Японии всегда ведет достаточно взвешенную политику, не только монетарную, но и в целом. Хороший такой взвешенный философский взгляд на вещи. Так что просто будем с вами внимательно следить за изменением ситуации. В 3.30 по Австралии вышли данные по индексу потребительской уверенности Westpac. Здесь у нас с вами небольшое снижение. Индекс заработной платы за квартал показал рост в 0,5%, это неплохо. Индекс заработной платы по году остался без изменений на уровне 1,9%. Про промпроизводство в Японии мы с вами говорили. Далее должно было быть заседание Европейского центрального банка. Так, что у нас касается Австралии? Ну вот в Прайме пишут, что слабое доверие потребителей Австралии говорит в пользу некоторого снижения доверия в деловых кругах и сокращения потребительских расходов. Об этом говорят в компании Citigroup. Рост доверия в деловых кругах на 7 пунктов до 7-летнего максимума, составившего 13 пунктов, который наблюдалось на прошлой неделе, теперь, очевидно, готово к коррекции. История показывает, что масштабные отклонения доверия в деловых кругах от потребительского доверия не могут сохраняться достаточно длительное время. При этом данные по потреб доверию склонны к небольшим, с небольшим отрывом лидировать перед данными по доверию в деловых кругах. Поскольку потребительское настроение демонстрировали тенденцию к медленному снижению на протяжении прошлого года, рост расходов домохозяйств рискует продолжить свое замедление. И это противоречит оптимистичному прогнозу Центрального банка о том, что рост расходов домохозяйств немного ускорился. То есть вот здесь мы с вами видим некое такое расхождение. В 11.30 по Великобритании вышли данные по рынку труда, безработица снизилась 4,6%, на 0,1% идет снижение, это неплохо. Средняя заработная плата, включая премии, совпала с прогнозным значением, рост составил 2,4%. Ну и по пособиям по безработице здесь данные оказались реальные чуть выше, чем ждали. Ждали, что увеличение будет на 7,5 тысяч, 19,4 реальная цифра, но это лучше, чем до этого. До этого было 33,5 тысячи. Роста, увеличение пособий. Ну и вот теперь здесь налицо позитивная динамика снижения. Далее в 12.00 еврозона, потребительские цены. По году показатель без изменений, совпал с прогнозным значением. Месячный базовый индекс потребительских цен 0,5%, базовый индекс по году 1,2% и тоже совпал и с прогнозным значением, и с предыдущим. Здесь все без изменений, и 0,4% потребительские цены за последний месяц. Здесь тоже все без сюрпризов. Далее объем производства одновременно с этим вышел в строительном секторе по году 3,6% роста, и сезонный показатель снижения в этом месяце 1,1%. 14.00 ипотечное кредитование, снижение на 4,1%. Здесь тоже, скорее всего, это временный сезонный фактор. Ну и объем производственных поставок по Канаде за месяц вырос на процент. Это достаточно позитивный момент в текущей общей картинке тех данных, которые сегодня выходили. Давайте взглянем, что у нас еще здесь есть. Так, речь идет о заработных платах Великобритании. Мы с вами уже это посмотрели. А число безработных тоже, я думаю, не имеет смысла смотреть. Британец сегодня немножко укрепился. Серьезное укрепление идет европейской валюты. Ну и в текущей ситуации, наверное, было бы разумно говорить не о том, что идет снижение американского доллара, да, в текущий момент, а именно идет укрепление основной корзины всех мировых валют, и на этом фоне американский доллар в целом, как индекс, он немножечко снижается, но, повторюсь, это не отражает настроение именно по американской валюте. Вот примерно у нас с вами такая картинка новостного фона на сегодняшний день. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вас и ваши реакции, пожалуйста, отреагируйте. Да, и совсем забыл, 17.30 сегодня данные Министерство энергетики Соединенных Штатов по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в нефтехранилищах. До этого было снижение более чем
5 миллионов баррелей. Посмотрим, каковы будут сегодняшние данные. Итак, вижу, что в чате вопросов нет, все ясно, все понятно, поэтому давайте посмотрим технику, что нам будет говорить технический анализ на сегодняшний день. Итак, среда, третий торговый день текущей торговой недели, цены не очень резво, но тем не менее растут, нефтяные цены. У нас неминуемо произойдет пересечение, только в случае, если уж очень сильно развернутся цены и будет черная свечка, может отмениться это пересечение. Во всех других случаях завтра мы будем свидетелями того, что скользящие средние пересеклись, и это будет говорить о том, что в краткосрочной перспективе мы с вами можем наблюдать уже восходящий тренд по нефтяным котировкам. С точки зрения объективных данных, сегодня нефть торгуется выше уровня 50% Фибоначчи и чуть ниже уровня 38,2, выше обеих линий баланса и средненедельной, среднемесячной линии, ну и абсолютно та же самая картиночка по нефти WTI. Здесь у нас никаких изменений нет. Ну, единственное, пожалуй, вот опять же пересечение может быть чуточку позже произойдет по WTI, и относительно уровня Фибоначчи у нас сейчас примерно на 50% находятся цены марки легкой техасской светлой нефти. Индекс американского доллара. Визуально он снижается, идет его снижение, но, повторюсь, я уже об этом говорил, что здесь, скорее всего, уместнее говорить не о том, что реально что-то теряет сейчас американский доллар, да, это просто растет вся корзина всех мировых валют, выходят неплохие данные по еврозоне, в Великобритании достаточно оптимистичные данные, несмотря на то, что вчера негативно отреагировали на данные по Великобритании участники рынка. В целом там все-таки восходящее движение у нас сохраняется. Итак, по индексу цены достаточно серьезно оторвались от линии баланса. Баланс сейчас торгуется на отметке 99.19. Налицо нисходящий тренд. Линия, наверное, совершенно не имеет смысла проводить. Ну, просто из академического интереса. Чисто давайте проведем. У нас еще достаточно далеко. Движение к нижней границе. Это до FIBA 61. Здесь пока все достаточно спокойно, все достаточно стандартно, укладывается в рамки текущего нисходящего движения по индексу. Теперь смотрим шестерку мажорных валютных пар, которые этот индекс составляет. Начинаем с пары евро-доллар. Взрывной рост. Цены уже преодолели свою линию ценового канала. Итак, сегодня торговый день по евро-доллару, день покупок. Никаких диверочков у нас с вами нет. Это значит, что объем сделки у нас совершенно стандартный. Направление нам известно, активная фаза, объем. Тоже определились, совершенно стандартный объем. Теперь смотрим на внутреннюю структуру. Здесь давайте мы с вами подправим уровни Фибоначчи. У нас идет волна отлива, ждем, когда отлив закончится, и будет формирование новой приливной волны, то есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме. Если свечка будет закрыта и будет сигнал, следующее действие – это открыть часовой таймфрейм и посмотреть наличие консолидации на часовике. Если это условие выполняется, значит отложенный приказ «buy stop». Определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. Ну и теперь давайте поговорим о целях. Здесь, наверное, разумнее всего будет посмотреть следующий максимум. Это будет самый, полагаю, взвешенный взгляд на текущую ситуацию. Вот таким вот образом мы с вами это дело определим. Уберу синюю линию. Уже сегодня она не очень актуальна, хотя пусть остается. Достаточно круглые значения, пусть себе будут. Мне это не мешает. Итак, цель на текущий момент. Здесь, правда, у нас FIBA 23.6, чуть ближе расположена. И разница серьезная, практически почти в фигуру. Поэтому давайте-ка мы все-таки с вами обопремся вначале на
уровень Фибоначчи. Итак, мы его будем рассматривать в качестве цели. Поэтому записываем значение 1.12.15. Это у нас с вами цель по европейской валюте. 1.12.15. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Не стесняемся, или если есть вопросы, пишем сначала коротенькое слово «есть» и печатаем свой вопрос. Если же вопросов нет, ставьте плюс, пойдем дальше, посмотрим ситуацию на других валютных парах. Вопросов нет, смотрим, что у нас по британцу. Тренд восходящий, здесь уже фаза импульса, здесь нисходящий в фазе отката. По британцу пока что неопределенность, цены не скорректировались даже, не достигали отметки уровня Фибоначчи 23,6. Поскольку один из индикаторов находится в пассивной фазе, значит, увы и ах, мы говорим, что ситуация не торговая, по британцу пока что вынуждены ждать в режиме стендбай, в режиме ожидания. Идем дальше и смотрим, что у нас по австралийскому доллару. Тренд нисходящий, тренд восходящий, индикаторы в прямом противоречии, а это значит, что по этой валютной паре у нас типичная заборная ситуация. Сидим на заборе, курим бамбук и даже не помышляем ни о какой торговле. Диверотчик, который был уже прекраснейшим образом отработал, цены практически достигли линии недельного баланса. Отскочили от этого уровня, ну, повторюсь, пока что неопределенность, поэтому мы с вами находимся вне рынка по этой валютной паре, пока что наблюдаем и ждем, когда будет ярко выраженный доминант. Уже долгое-долгое время австралиец у нас ведет себя достаточно пассивно и не дает возможности полноценно торговать. Идем дальше, смотрим, закончили с тройкой обратных, теперь смотрим тройку прямых и начинаем, как обычно, с пары доллар, японская иена. Взрывное укрепление японской иены, возможно, отчасти это как раз связано с тем, что говорил сегодня глава Банка Японии, господин Курода, это могло внести некую такую, ну, паника это, конечно, назвать нельзя, да, но некий такой ажиотаж вполне возможно был вызван вокруг этого. Спекулянты, конечно же, не преминули этим воспользоваться. Ну, давайте посмотрим на часовом таймфрейме, это очень хорошо будет видно. Действительно, в процессе дня достаточно планомерное такое движение. Иена укрепляется. Итак, что мы здесь с вами наблюдаем с точки зрения среднесрочной консервативной трендовой торговой системы? Здесь у нас тренд восходящий, здесь уже нисходящий, индикаторы в противоречии, поэтому мы пока что с вами не торгуем. Цены сейчас торгуются ниже психологической отметки 38,2, той FIBA, которую мы здесь с вами отрисовали. Ну и у нас недалеко уже отметочка 111,5 йен, ну а дальше следующая остановка 111 ровно. Вполне возможно, где-то там текущее движение может нащупать свое дно. Но мы с вами не будем гадать на кофейной гуще, да, ни в коем случае, мы никогда этого не делаем. Так, просто легкие какие-то некоторые мыхцели вслух, не более того. И поэтому идем дальше, поскольку по японцу у нас сегодня ситуация на заборе. Наблюдаем. Смотрим далее оставшиеся инструменты, и следующий у нас доллар, швейцарский франк. Ну, вот здесь тоже швейцарец переписал минимум, то есть экстремум уже преодолен. Здесь нисходящий тренд в фазе импульса, достаточно мощное движение по этой валютной паре. Опять же, диверочков никаких нет, направление известно, объем сделки стандартный по внутренней структуре. Ждем, когда закончится волна отлива, и будет сформирована новая приливная волна. Кстати, цель, которую мы с вами отрисовывали, она уже достигнута. Поэтому сегодня будем рассматривать другие цели, хотя, может быть, имеет смысл пока что поговорить об уровне двойного касания. Итак, если будет серьезная волна отлива, давайте мы с вами здесь так же, как по евро-доллару, изменим
фибу немножечко, да, вот таким вот образом. Итак, нужен сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме. Следующее условие – консолидация на часовике. Если все условия выполняются, отложенный приказ sell-stop. Определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. Ну и, повторюсь, пока что отслеживаем уровень двойного касания. Цель пока что остается той же. 98.15. Ну и давайте посмотрим, что у нас там дальше, какова следующая остановка по швейцарцу. Здесь у нас серьезный шип на daily таймфрейме, поэтому вполне возможно, что рыночек вначале будет ориентироваться на предыдущий минимум, чуть более ранний. Вот здесь скопление у нас идет. Ну и последняя точка касания. Посмотрим сейчас по абсолютным значениям. 96.70. Ну, достаточно похоже. Давайте чуть-чуть округлим. 0.96.75 это следующая остановка. Каковы будут ваши вопросы по швейцарскому франку? Вполне возможно, что они у вас сейчас возникнут, и это будет совершенно нормально. Поэтому, если есть вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте. Если что-то не ясно, если что-то непонятно. И не забываем, что в этой консервативной среднесрочной трендовой торговой системе превалирующими являются правила управления капиталом. Именно money management во главе угла стоит на первом месте, а все дальнейшие сигналы, они вторичны по отношению к этим правилам. Именно по этой причине это одна из самых консервативных торговых систем. Не только потому, что здесь достаточно сложная система сигналов, то есть она сама по себе отфильтровывает уже большое количество сделок, но, повторяюсь, что самым главным в этой системе являются правила управления капиталом. То есть при выполнении всех формализованных фишечек этой торговой системы, если малейшее идет несоответствие в правилах управления капиталом, какое-то соотношение не выполняется, все, от сделки отказываемся, даже не задумываясь. Но вопросов нет, всем все ясно, всем все понятно. Тогда мы идем дальше и смотрим следующую валютную пару. Это американский доллар к канадскому. Здесь очень противоречивая ситуация. Здесь восходящий тренд по одному трендовому индикатору, по второму тренд нисходящий. То есть быки нивелируют медведей, поэтому здесь можно говорить о том, что сейчас на рынке полнейшая неопределенность по этой валютной паре. И лучше покурить бамбук. Ну или посидеть на заборе, кому что больше нравится. Во всяком случае, режим стендбай и никакой торговли. Золото. Вы посмотрите-ка, что творит этот финансовый инструмент. Взрывной рост. Мы уже с вами настроились на то, что фильтры у нас в скором будущем пересекутся. Лично я уже говорил об этом как о некоем таком почти свершившемся факте, рассматривал это как неизбежное, но посмотрите, какой приличный рост, и это значит, что этого пресловутого пересечения скользящих средних может и не быть, и тогда мы продолжим с вами рассматривать только восходящие сделки, сделки только на покупку. Чем мы и занимаемся в текущий момент, поскольку фильтры смотрят вверх, это значит, что мы можем говорить только о покупках, но по внутренней структуре сейчас далеко не самый оптимальный момент для того, чтобы покупать этот финансовый инструмент. Покупать его нужно, когда осциллятор будет в зоне перепроданности. Вот такова картиночка на текущий момент. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Возможно, будут какие-то пожелания, у нас есть еще 4 минуточки с вами. Крокодил. Давайте посмотрим крокодиль Чега. Итак, евро-бакс. По агрессивной торговой системе торговать нельзя. А вот здесь посмотрите, какая шикарная была ситуация. Да? Евро-баксик нам как
предоставлял какую возможность. Давайте-ка оценим это в категориях прошедшего. 17 пипсов, красотулечки. Ну, труднее придумать более оптимальную ситуацию, а? Очень был хороший рост. Ну, смотрю, первый цикл, второй цикл, третий цикл. По всем трем циклам можно было забирать рынок. Ну, и здесь уже все должно было быть закрыто, конечно же. Ну, вот здесь себя, да, крокодил проявил просто потрясающе, нужно сказать. Сейчас мы здесь наведем с вами небольшой порядочек в наших котировочках. И посмотрим все мажоры. По этой торговой системе. Британец, пасть открыта вверх, начинать торговать, конечно же, нельзя. Австралийский доллар, была прикрыта пасть, но сейчас уже взрывной рост волатильности. Понятно, что начинать торговать пока что нецелесообразно. Японец, пасть широко открыта вниз, крокодил ныряет за вкусной рыбкой, которая предпочитает сейчас уходить на глубину, и, соответственно, ему приходится нырять пониже для того, чтобы насытиться. Швейцарский франк. Зеркально перевернутый евробакс. Здесь тоже была неплохая возможность половить рыбку. Три цикла, как минимум, были бы ваши. Ну и здесь, в отличие от евробакса, позиции все еще не были бы закрытые. То есть вы все еще были бы в рынке пока что по трем измерениям. Сейчас, конечно же, входить ни в коем случае нельзя. Поезд уже ушел, корабль уже уплыл, самолет улетел. Канадский доллар. Ну, здесь, по-моему, достаточно высокая волатильность. Давайте-ка мы ее с вами оценим. Да, 58 пипсов. Это, конечно же, за гранью допустимого. Ну и новозеландец. Достаточно высокая волатильность. Уже даже невооруженным взглядом видно, что начинать торговать уже поздно. Вот примерно так выглядит картинка с этой точки зрения. Итак, давайте будем завершать наш обзор. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными и осторожными. Берегите себя. Удачи всем.